Для каждого человека в его жизни есть ряд ценностей, и самыми ценными людьми являются его родители. Наши родители голодали для того, чтобы мы ели. Наши родители не досыпали для того, чтобы мы отдыхали. И наши родители волновались для того, чтобы у нас все было хорошо. Всевышний Аллах в Коране сказал: «Вакада раббука алля та'буду илля ийяха вабильвалидейни ихсана», что означает: «Твой Господь постановил, не поклоняйтесь никому, кроме Него, и к родителям относитесь наилучшим образом». Вне всякого сомнения, дорогие мусульмане, положение родителей в исламе намного выше и почетнее, чем мы можем себе даже это представить, потому что Всевышний Аллах назвал и упомянул родителей после самого важного вопроса – это поклонение Ему одному. Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал в своем хадисе, что на три мольбы обязательно будет дан ответ. Первая – это мольба путника, вторая – это мольба угнетенного, и третья – это мольба родителя за своего ребенка. Ислам призывает почтительно относиться к родителям вне зависимости от их вероисповедания. Если же ваши родители уже умерли, то это не мешает вам проявлять к ним хорошее отношение, обращаясь к Аллаху с мольбой за них о том, чтобы Всевышний Аллах их помиловал и ввел в рай. Прошу Всевышнего Аллаха в этот священный месяц наилучшим образом относиться к нашим родителям и не забывать о них, как при их жизни, так и после их смерти.